have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Сегодня мы будем выбирать, что же нам по душе. Выбора будет два. И... Блин. Плюс 30 хпшки. За что? Сразу сходу... Есть пицца или чизбургер? Так. Пицца, конечно. Ну, пицца, да, тема. Чизбургера я тоже, конечно, обожаю, но пицца — это тема. Пицца! Прям сходу нам дали хороший такой выбор. Пицца или чизбургер. То есть, по сравнению с тем, что тебе дают выбрать между мороженым со вкусом говна и говном со вкусом мороженого, то здесь просто между чизбургерами пицца и... Пицца! Так, летать медленно, как улитка, бегать быстро, как это. Я всегда, как леопард, я всегда выбираю летать медленно, как улитка, я сейчас вверх полечу. Прикиньте, раньше, когда ты летал медленно, как улитка, ты реально летал медленно, как улитка. Сейчас ты офигеть, как быстро летаешь. Это не называется медленно, как улитка. Ребят, вы что, код переписали? Я помню, была такая фишка, что можно было долететь доверху. Ну-ка, давайте попробуем. Ну, если времени будет. Пицца. И еще мне кажется, что раньше в этом выборе была музыка. То есть можно было выбрать летать, как улитка, и... О, да, я долетел до потолка. Я тоже. Привет. Привет. Давай вытирать потолок. Да. А ты куда? А я вниз. Зачем? Без понятия. Пицца! 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 Блин! Ой. У меня палаш! Что у меня? У меня какая-то штука! Фай! Я улетаю отсюда, ну нафиг! Mortal Kombat! Мы остались вдвоем, иди сюда, мелкий трус! А, нет! Иди сюда, я сказал! Нет! Иди сюда! Choose your destiny! Эй, верните мне палаш! А вот фиг тебе! Он у меня вывалился из рук. Так, хорошо, следующий раунд. Чтобы не было гравитации или экстрагравитации. Я, пожалуй, без гравитации останусь. А вот и мой палаш. В смысле? Я купил себе пушку-курицу. И где эта пушка-курица? Они меня обманули. Курица не птица. Курица не курица, курица не птица. Скоростной лифт. Так, я не хочу знать, что ты там вниз откладываешь, кидаешь, это прям... Палаш, только я с палашом падаю. Опа, палаш, вниз! Нет палаша? Ладно, вверх. Нет, я вниз лечу, нет! Опс. А слушай, убейся палашом. Я не могу. Попробуй меня убить. Я не могу, он мне сразу из рук падает, я не могу ему ударить. Быть знаменитым, быть богатым. Конечно, быть богатым, вы что? Кому нужна знаменитость? Сказал человек, который пытается сделать свой канал знаменитым. Ну да, очень иронично, согласен. Да. Блин, а под мой костюмчик это идет, прикинь. Я стал еще более красивее. Еще более красивее. Ты опять это движение робота одел? Да. Это выглядит прикольно. Крутяк. Что это за танцульки? Что это за танцульки, блин, с богатой шляпой? А вот так вот. Так, ладно, что там следующее? А я не знаю.
прыгать с парашютом с самолета? Нет, без парашюта. С очень или очень... Так, нет, ну я парашют выберу. Ну, я даже... тоже. Можно будет остаться в самолете? Нет. Блин, почему я остался в самолете? Верните меня обратно. Нет! Я буду лететь на парашюте. Я тоже. Почему ты ниже меня? Фу, потому что я скатился. Потому что я поздно парашют открыл. Скатился. А я буду до конца лететь на парашюте. Скажи, когда выбор будет. По-моему, уже через 5 секунд. А, через 5 секунд я как все раз падаю. Вовремя приземлился. Опа. А парашют-то у меня остался. Круто. Так, носить шлем Валькирии или носить Федору? Ну, я, пожалуй, останусь с Федорой. Я вообще без ничего хочу. Моя шляпа слишком крутая. У меня Федора в шляпе, поэтому... Я не успел. И что ты теперь носишь? Я не успел выйти. У тебя Федора? Я выгляжу цветная тупо. Федора! Я выгляжу офигеть как тупо. А я летаю на парашюте. А, вот мой парашют реально может действовать как надо. Смотри. Ну то есть прыгаешь и открываешь его. Такой, уи-и-и. Прикольно. Так, ладно. Блин, я а Федора-то не сняли. Я ноги! Какая ирония. Так, ладно. Как так? Как так-то? Стать Бэтменом, стать Суперменом. Конечно же, Суперменом. Супермент? Ну, ладно. Но я к Бэтсу не очень-то отношусь, поэтому... Смотри, как много людей за Бэтмена. Они даже не понимают, что Супермен умеет летать. Ой, я теперь вообще на урода похожа. Стреляйте там своими батарангами, а я полетел, у меня дела. Почему я так тупо выгляжу? Ну, да, это какая-то элитная версия Супермена в элитной шляпе. Смотри, в чем прикол. Я же могу отрубить полет и врубить парашют. И я Супермен с парашютом. Блин, вот это классная комбо сейчас получилась. Привет. Ты вверх, а я вниз. Ой. Включи парашют. Я же говорю, что я тупо выгляжу, да? Ты офигительно выглядишь. С парашютом вообще офигительно. Ты посмотри на этот костюм. Ну, что поделать. Я разноцветный Федора. Парашют. Есть. Я пингвин! Нет, я медведь. Мы пропустили выбор. А я медведь. Долетались, пропустили выбор. Нормально. Я супер-медведь. Супер-медведь, супер-пингвин здесь. Супер-медведь. У меня мороженое из клюва торчит. Мороженое из клюва торчит. Это... Так, ладно, ладно. А я не знал, что ты мороженку ешь. Да, нормально. Даже зимой. Мороженое надо есть всегда. Да. Вот это ты выглядишь офигительно. Так, хорошо. Следующий раунд у нас... скушать бейгель или скушать пончик? Пончик, наверное. Конечно. Хотя бейгель мне тоже нравится. Ну, давайте скушаем пончик. Пончик вкуснее. Он просто сладкий. Да. Удобно. Я кидаюсь. Понятно, понятно. Убивает все владельцы пончиками. Так, это вот выглядит так, как сцена из Симпсонов, ешь, знаешь. Ешь. Убить кого-то пончиком, это очень... по-симпсоновски. На, кушай, кушай. Я буду жив до конца. Давай, медведь, завали всех пончиков. До сих пор можно зайти, прикинь. Все, все, вы уже не наносите урона, по-моему. Блин. Да. Я остался жив. Закидал его пончиком. Так, сыграть в Mortal Kombat или в Street Fighter? Блин. Да и то классные игрушки. Mortal ну пофиг, Kombat. Давай будет Street Fighter. Я хочу Mortal Kombat. Hadouken! Ну почему я так быстро умер? Значит, получается, в прошлый раз я в Mortal Kombat играл. А сейчас в Street Fighter.
Ну все, ладно. Хадукин убираем. Так. Что следующее? Быть большим. Большим и медленным, маленьким и быстрым. Маленьким и быстрым. Да? Да. Я попробую быть большим и медленным. Интересно. Я тогда залез тебе на голову. Все, мне надо залезть. А что, что за диспропорция такая? Дай мне тебе на голову залезть. Нет, ты посмотри на остальных чуваков. Почему у них пропорционально все? Что... Я не могу залезть в тебя. Потому что, не, да, потому что не можешь. Ну съешь меня. Съешь. А как? У меня не предусмотрена функция съесть кого-то. Я могу максимум на тебя наступить. Ра-ра-ра-ма-ма. Блин, что за диспропорция, что за фигня? Ладно. Следующий раунд через 8. Ты единственный такой. Да, в том-то и дело, что за уникальность. Ты избранный. Ага, дебизбранный. Спанч Бобом или Патриком? Конечно, Шпатриком. Я хочу быть тупым. Шпатрик. А типа Спанч Боб очень умный. Да. Профессор. Какой бред. Это офигительная игра для того, чтобы прийти, выключить мозги и просто побыть Патриком. Я танцую. Ты посмотри. Ты это видишь? Я это вижу. Я, по-моему, даже танец узнаю, знаешь, это самое страшное. Все, фух, наконец-то отпустила. А вон есть люди еще эти Спанч Бобы, которые... Спанч Бобы? Ну, они... Так, быть гостем или быть нубом? Ну, мы все нубы понемножечку, так что я, наверное, останусь здесь. Предложено Мухаммедом 11.06. Есть, я нубятина. Круто. Вы все нубы! Ты слышишь эту музыку? А, ты кто? А я нуб. Да, тогда я того же музыку как ты слышал. Собачий Jingle Bells, да. Нет, он состоит из уф. Ну да, это состоит из уф, ты прав. Уф песня. Уф сонг. Уф сонг. Так-так-так. Ну-ка. Сейчас посмотрим. Пингвином быть или пингвином или, конечно же, давай пингвином. Полярным медведем. Я уже был медведем. Ну давай, ладно. Нет, я был в прошлый раз пингвином, давай я стану полярным медведем. Полярный медведь, блин. Слушай, пингвин подходит мне, ты посмотри. А мне и медведь, в общем-то, идет неплохо. Парень, рыбки не найдется. Я идеален. Перфекто! Блин, вот этот костюм мне реально очень сильно подходит. Это шляпа. Этот костюм, этот кто шарф. Кто тут печенюшкой бросается, я не понял. Я не знаю, кто печенюшкой бросается. Наверное, кто-то. Блин, логично. Ладно, следующий раунд, 10 секунд, поехали. Дайте что-нибудь новенькое. А вот фиг тебе. Фига себе, девушка, шо у вас ноги такие длинные, километровые? Как ты на этих ходулях вообще ходишь? Так, летать медленно, давай как улитка, и бегать быстро. Давайте я опять буду летать. А я хочу быстро побегать. Тут места мало, понимаешь? Тут можно высоко полететь и недалеко убежать, поэтому я лучше высоко полечу. Нет, реально, раньше, когда ты летал медленно, как улитка, была очень тема, потому что ты за время раунда мог подняться максимум там на 3-4 метра, и ты такой медленно-медленно под романтическую музыку паришь вверх. Вот, это было немножечко поприкольнее, мне кажется. Нет, да. Сейчас тоже нормально, но просто... Блин, это все равно звучит, как раньше было лучше. Ну, черт побери, раньше было лучше. Раньше было лучше, а вот наше время. Ладно. Понимаете, я успеваю долететь до потолка. Это вообще как? Я такой же быстрым. Я был таким же быстрым. Так, Блоксикола или... Блоксиада. А что за Блоксиада? Я знаю, что такое Блоксиада. Это энергетик. Я буду Блоксиколу пить. Спасибо. Я, в принципе, всегда... У меня на плече всегда была Блоксикола. Вот, видишь? Это Блоксиада. Покажи. Или это не напиток с молнией?
А, фиолетовая. Не, ну блоксикола круче, не знаю, мне как-то больше. А, я пью через маску. Я тоже. Заливается прямо в глаз. А мне прямо в маску. Прямо в рот. О! Подарок! Я взял? Ты взял? Нет, не я взял. Не я. Блин, кто-то подсуетился быстрее. Ладно, такое тоже бывает. Я в самом начале раунда взял подарок на 500 монет или что-то такое. Я мог бы сделать очень крутой выбор, если я бы взял подарок. А, бейгали или пончик? Давайте давай бейгали. Пойди. Ну, мы сейчас будем стрелять, так что я уже понял, в чем прикол. А я буду в углу с боксиколой. А, бейгли. Умрите! Бейгли. Блин, такая музыка на бейгале прикольная. Сзади, брат. Блин, в меня пончик прилетел. Блин, меня тоже пончик прилетел. Кого-то грохнули. Так, все это надо запить блоксиколой. Вот так это выглядит вообще от первого лица, такой заливаешь. Так, ладно, следующий раунд, что у нас, стать Бэтменом или Супсом? Давай да? Сейчас Бэтменом. Да я не хочу, ладно, хотя бы музыку послушаем, что тут за музыка будет на Бэтсе. Разве на Супермене была какая-то да. музыка? На Бэтсе музыки нету? Я полетел отсюда, все. У меня осталось медленный полет, как улитка. Поэтому я просто улечу от вас. Я не Супермен, но я улетаю от вас. У меня также еще осталось блоксикола и бейгель, так что я, в принципе, в шоколаде. Так, следующий раунд. Что он нам несет, посмотрим. Мне нравится то, что с прошлых раундов накапливаются эффекты, и потом их можно очень неадекватно использовать. О, нет! Valve или Electronic Arts? Конечно, Valve. А где? Это Valve на каком? Синем. Синий? Квалф! Верните меня, Квалф! Нет! Нет! Не могу! Нет! Я присоединился, не Квалф! Все! Ты стал Симсом! Нет! Почему? Я убил Симса. А я ухожу. Я ухожу отсюда. Блин, меня убили. Меня Симса убили. Ладно, впустите. Я летаю. Молодец. Так, следующий Нет. раунд. Что нам могут предложить? Нет, я потерял своего Бэтмена. Бэтмен. Ладно. Скелетончиком или конечно зомбёй? Конечно же скелетон. Ну, ладно, пусть будет скелетон, да. Spooky, scary, скелетон. Send shivers down your spine. Что со мной? Что со мной? Блин, это суперский скелет получился. Правда, у меня из носа опять мороженое торчит. Что со мной? Блин, ты офигительно выглядишь, у тебя еще и глаза белые такие. Что с моими глазами? О, мои глаза. Блин, это серьезно. Блин, а зомби вообще есть? Все пошли скелетами стали, что ли? Зомби есть. Я не вижу ни одного. А зомби улетели. А зомби, зомби, зомби. А вот, я вижу зомби. Вот, зомби Фриман. Так, Бэтменом или... Или... Бэтменом или полярным медведем? Что? Я выгляжу еще идеально. Там выбор между пингвинами и медведем. Тут Бэтмен или полярный медведь? Как ты хочешь стать? Что это было вообще? Какого фига? Ай, чокнутый выбор такой. Как так можно? Я скелет-медведь. Ты скелет-медведь. Ты скелет-медведь? Да, скедведь. Да, ты скедведь. Блин, вот это бред. Это крутой бред. Ладно, следующий раунд. Какой?
Ну-ка, чё? Ну-ка, ну-ка, а, чё? А, нет, я потерялся. Как ты мог? Нет, я опять не скелет. Итак... Так, ну, большая нога и большая голова. Большая голова и большая нога. Дай большую голову, что ли? Я хочу быть Бигфутом. Ну, я побуду с головой, наверное. Вот это репа. Посмотри на мои ноги. Смотри на этого цыпленка. Смотри на мои ноги. Ага. Так обычно в речку сбрасывают. Ноги цементируют и сбрасывают в речку, чтобы... ты посмотри, у меня этот... на плече кит тоже вырос, хотя он вроде не относится к голове, но он тоже вырос. Я теперь могу всех рогом колоть вот так вот. Хоп, 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 хоп. Неплохо, кстати. Я рассчитывал, что ноги будут больше, размером как бы как у нас голова, но ноги у вас... Ты знал то, что ты можешь выбрать раунд? Кого? Ты знал то, что ты можешь выбрать следующий выбор? Наверное, да, за денежку. Нажми на кнопочку пик-раунд. Пикачу или Чаризард? Пикачу. Пика-пика. Лука, ты где? Тут люди в тебя превращаются. На, это ладно. Не за робаксы выбрать раунд, а за поинты. Ну, за поинты, я же говорю. Да, я хочу выбрать раунд. Пика-пика. 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 Офигеть. Это, знаешь, такой электрогрызун. Ну, серьезно, он такой выглядит. Посмотри на это. Это страшно. Интересно. Это страшно интересно. Ладно. Вот такую игрушку, кстати, очень прикольно играть с друзьями. Заходите, там человек 5-6, начинается адский угар. Все. После этого главное не потерять друга. Ладно. Так, следующий раунд у нас о чем? Конечно же, рейндир. Или Санта? Рейндир. Давай рейндир, хорошо. Он летать умеет, а вот Санта не умеет. Санта будет говорить хоу-хоу-хоу. А в смысле? Я летать не умею. Можно, можно высоко прыгнуть. Можно высоко прыгнуть. Летать нельзя, но можно вот так вот. В этом аквариуме. Это безумие. А ведь раньше они умели летать. Спарта. Ну, ты теоретически номинально летаешь. Чуть-чуть, как бы, немножечко. Нет! Да, спасибо. Это было без шансов. Так, нет, выпить стакан помоя или плавать в помоях. Спасибо, я, наверное, выйду. Ты там собрался плавать в помоях? Ну, ладно. Нет! Так, а на этой замечательной ноте мы, наверное, будем сегодня заканчивать. Спасибо, что были с нами, побывали здесь, увидели этот кусочек безумия. Вот, увидимся тогда в остальных бесконечных мирах Роблокса. Всем, ребятушки, удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.